виду. Да. К тому, что как, в каком контексте можно воспринимать эти вещи. Моталка и Дудь всегда воспринимаются в контексте только концептуального искусства и сами по себе недостаточно, то здесь вот они воспринимаются в контексте некого вот этого идеального горизонта человеческих представлений, где собраны как бы вот эти эйдосы, представляющие трансцендентные, понимаешь? Я понимаю. Вот о чем, собственно, я говорю. Потому что просто случайными совпадениями, вот с этим зайцем, с Миренком, да, с этим историей в ГУМе, ну, и с этой, да, штукой, я думаю, это, так сказать, нельзя объяснить. То есть существует вполне объективная, давно обкатанная культура, и, следовательно, не мистическая. Совершенно, да, не мистическая, совершенно нормальная, так сказать, некая сфера, ну, может быть, нуа-сфера, как это называют, да, лингва-сфера, да, какая-то сфера неких представлений о предмете. Да. Символических, которая начинает строить, если ты, так сказать, пуст, в каком-то смысле, апофатическом, да, твой метод достаточно пуст, да, то ты, так сказать, пластика, она начинает выстраиваться сама, попадать в замысел. Вот, вот к чему я говорю. То есть вот где место, так сказать, где контекст и где горизонт оценки вот подобного рода предметов.